Ну как она, ничего так? Что? Дела. Ничего, нормально. Что дома там? Все нормально. Решил пивка себе жирного взять. А то пиво? А то родителям дам. Им на нужду пригодится, а? Мне вот это ухватит. Да? Ну ты хоть попробовал? Конечно. Нормальное пиво? Ну так вкусное, ну с горчинкой. Немножечко. Но она такая должна быть, по идее. А это не горчит? Это нет. Это как полусладкое. Понял. Как вино. У них вкусы разные. Как бутылку вина сейчас ты выпьешь, вот примерно так будет. А, это литр? Ну, чуть поменьше. Наоборот, больше. Даже больше? Да. 0,5. 7,8 умножь на 0,5. И потом еще второй раз умножь. И получишь ответ. Будет так? Да. Сколько промилле? Промилле? Это естественно. Но зато проверим. Как-то так. Mm-hmm. Ну, пускай так и будет. А мне ни одна милли, ни одна пробилле не берет. Потому что уже слезы. Что ты там подарки разложил? Да. Кому что подарил, отдал? Матери духи, ель для душ, там это, вот эта коробочка была. Сувениры там, ручки? Ручку отцу. Футболку? Отец меня попросил. Футболку что? Насчет шмотка они мне ничего. Сашка куртку отдал? Вот эту отдал. Коричневую, которую Женя подарил? Да. В Питере, помнишь? Да. Отдал, пусть, да? Пусть какой он, Иваныч был? Да. Ну. Пусть он ее носит. Молоток. Так и надо. Она новенькая. Пусть носит. Ну, а так. И у меня осталось там кое-какие сувениры для себя. Да не кое-какие, а прям нормально у тебя там осталось. Ну. Да, то, что надо. Им что заказывали, но я от себя я. Жезл. Жезл, блин, который 12 тысяч стоит. 12 тысяч стоит такое? Ё-моё. Ты узнавал? Да. Ну вот так вот, Валя. Смотри, никуда не загони его. 12 тысяч с рюмкой. Можно вот. Наверное, слоновая кость какая-нибудь. Наверное, можно налить, он на резьбе закручивается. Налить и ходить. А тут в кармане рюмка с этого жезла. Ходить с жезлом? Вот так ну, раз. Форму тогда надо надевать. Кому не понравилось, скрутил. Гаишную форму надо надевать тогда, Олег, чтобы с жезлом ходить. Не надо мне гаишной формы. Я и без нее. Ну, ты про жезл говоришь, а я тебе про форму. Мне жезл вот так подарили же. И пусть он будет память, ну, его баня. Тут также залил у нее, и все. И хватит. И хватит. И на столе просвет, и тут не видно. И удобно стать. А взял потом. А в другом я не подумаю, что это такое и что и надо им. А ты скажи, остановите, ДПС приехал. Дороже транспорта. Спрашивают подписчики, что тебе понравилось поездка? Конечно. Отлично, друзья. Красивых, как много ласковых имен, как много ласковых имен, и как не рада, и ни имен. Ну пойдем на улицу, а то все звенит холодильник. Что-то ты бубнишь, не пойму, что говоришь. Девушка. Блин, что-то спел, блин, если бы была походная. Я бы её за... Милая любимая? Зажёг, блин. Она уже бы добилась тут, расставила. Милая любимая? Да, Олеган. Он на стареньком примчался. А, на велосипеде? А чё, где новый?
Какой он нахрен новый? Я а новый где, говорю, есть? Новый дом. Нет, его надо беречь. Он мне пригодится для дальнего расстояния. На дальняк? Да. Чтобы без проблем, да? На этом ты будешь в упор на ветер, а на том без всяких усилий. Пусть хоть медленно, километров 40 ты будешь ехать, но зато уверенно. Ну, разгоняется вот. Я вот заходил даже в интернет, паспорт смотрю, вот это какой у меня велосипед. До 130 километров в час. Я 130 не собираюсь разгоняться. Мне хватит 80-90, к примеру. Ну да. Я вам поставлю так электронный спидометр, вон, я уже заказал его. Спидометр тоже у них есть? А? Тоже бывает спидометр? Да. Ветровик и спидометр. Вот поставлю, и зеркала все стоят. Все. Тебе больше ничего не надо. Вперед готов. Останется только заднюю часть потом сделать. На задней части вот сюда надо выводить. А что будет сзади-то? Там идет такая штанга. И вот так вот идет, как две аварийки еще. То есть ты на дорогу встал, на кнопочку там нажал, она мигает, как на машине. Чтобы никто не врезался? Да. И фара под сиденьем. Уже будет другая стоять. И все. Велосипед укомплектован. Почти что. А там останется по мелочам движок. Это и все. Он как паутый моторный. Просто велосипед моторный. Три в одном. Он получится. Ah.